Сегодня, сейчас мы с папой вышли погулять, сел он джем 24 часа на диване, я сдалась, потому что было очень сложно продержаться и захотелось уже выйти на свежий воздух. В общем, сейчас мы с папой вышли погулять, мы играем в прятки. Папа сейчас где-то прячется, у меня сейчас прозвенит таймер, и мы пойдем его искать. Вот так. Вот у меня только что прозвенел таймер. Я иду искать. Тони спрятался, я не виновата. Так, я что-то предполагаю, что он на первом этаже. Просто сидел так. Так, сейчас найдем мы папочку. Я, кстати, когда пряталась, так его напугала. Он мимо меня прошел. Крыша, видимо, просто падает, капает. Так. Сейчас мы найдем папу. Где он тут вообще мог спрятаться? На первом этаже. О! Здравствуйте! Блинский. Как так быстро? Я просто такая иду, оборачиваюсь назад, думаю, может, ты под лестницей, а ты... И такая, смотрю, ты тут, оказывается. Я думаю, что под лестницей тоже можно было спрятаться. Ну ладно, теперь твоя очередь. Хорошо, всем пока!